надо как-то найти метро Сретенский бульвар. А они чистят пруды не Тургеневского. Чтобы перейти там сразу на серую ветку ехать домой. Ну, пока я плавала и парилась в Хамане, как видите, погода не улучшилась. Все так же противно идет дождь. Моросит. Все так же промозгло. Посольство Казахстана. Понятно, почему там памятник. Он там вот соорудили. Какому-то казахскому писателю, или кто он там, поэт. Я уже забыла его. Вот им сделали подарок. Друзьям казахам. Интересно, в Казахстане много наших сделали памятников. Пушкину там, Лермонтову, художникам нашим. Ну, честно говоря, в Казахстан я не собираюсь, поэтому бог с ними. С казахами. Говорят, русским там не сладко живет. Хотя тоже, может, вранье. Что-то такое. Непонятно. Какое-то советское здание. Без особой вывески. Камер тут наставили вон. А, это все принадлежит посольству Республики Казахстан. Вон сюда ставить машину нельзя, только казахи могут. Ну, я думаю, что все равно народ ставит. Куда еще? Это вообще раскорячился. Среди дороги. Бобры и утки. Ты не знала, Варыш, что так будет. Что-то за песнопение. Ой, мамочки. Что творится? Это может рекламная музыка. Катер студия. А вон он, любимый мой красивый домик на Тургеневской. Так, а где же метро? А метро где-то справа, значит, Сретенский бульвар. Вот этот театр от ЦТРА, вон там выстроили не так давно. Я когда-то работала на Мясницкой, и не было его. ЦТРА, торговый центр, что-то.
банк ВТБ-24. Раньше тут другой был банк. Радио, что ли? Какой-то такой. Вот метро Тургеневская, Сретенский бульвар. Ну, короче, это был раньше выход Тургеневская, один из выходов. Теперь еще и Сретенский бульвар. Сейчас я только Лукойл поближе сниму. И поеду домой, наплавалась, напарилась. Так классно. Ой, мне так понравилось там. Этот клуб такой симпатичный, народу не очень много. И там еще такой хороший бассейн. Ну, бассейн обычный, а это ванна такая, купель. И очень сильная джакузи. Чтобы прям буль-буль-буль-буль-буль. И оттуда там еще такие дырочки в скамейке маленькие. А тут холодная вода. А так горячая вода в этой ванной. А из дырочек холодная льется. Ну, там чуть-чуть это. Это проспект Академика Сахарова. Туда вот, туда. Это Лукойл. Вот это домик мой. Ну ладно, хватит. Вот там почтам. На Мясницкого. Вот я работала, мимо него проходила всегда. А вот этот желтый ясень, не помню, что это такое. Ладно, с вами опять же была Оля Платонина. Напаренная, уставшая, готовая, наконец-то, покушать. Всем пока!